Победу взяли искренностью. Ивановские танцоры вернулись со Всероссийского хореографического фестиваля «Триумф». Праздник-конкурс массовых постановок проходил в Москве уже 8-й раз и собрал участников со всей страны. Мы завоевали первые места во всех заявленных номинациях. Мы привезли 8 первых мест. Привезли приз за лучшую постановку режиссерскую. Привезли абсолютных победителей в эстрадном танце, в танцевальном шоу. И общий командный кубок за абсолютную победу на конкурсе. Ивановская делегация студии современной хореографии Dance Style представила 9 номеров. Все очень разнообразные и продуманные до мелочей. Отработан каждый поворот головы и движение пальцев. Юные танцоры рассказывают, на самом деле победила искренность. Жюри по достоинству оценило качество актерской игры и эмоциональность номеров. В каждом номере у нас есть история. В каждом номере у нас есть какая-то философия. Мы всегда о чем-то рассказываем зрителю. Мы не просто так танцуем ради движения. Мы танцуем ради посыла, ради истории, чтобы люди нас запомнили, нас поняли. Каждый танцор рассказывает свою историю. Каждый танцор пытается рассказать, что у него на душе, потому что танец – это всегда душа, в первую очередь душа и эмоции. Чтобы подготовиться к фестивалю, молодые люди очень долго работали над каждым номером и на конкурсе с нетерпением ждали оценки судей. И когда объявили абсолютную победу, сначала даже не поверили. Все очень старались, чтобы выиграть. Чтобы эти номера оценили по достоинству, чтобы потом наш тренер Наталья Борисовна могла подойти к любому из судей, и чтобы ей было за нас не стыдно. Это было трудно, но мы справились. По итогу фестиваля судьи сами подходили к ивановским ребятам, чтобы выразить восхищение постановками. Теперь, после столь головокружительной победы, ивановцы собираются принять участие во Всемирной танцевальной олимпиаде. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.